Добрый день, дорогие друзья! 13 октября – день рождения известного русского писателя, поэта и журналиста Саши Черного. Настоящая фамилия автора – Гликберг. Будущий писатель родился в 1880 году в Одессе. За свою не очень долгую жизнь, всего 51 год, Саша Черный создал много рассказов, стихотворений и повестей. Среди известных его книг – сборник «Несерьезные рассказы», повесть «Чудесное лето», а также издание для детей – «Румяная книжка» и «Кошачья санатория». К одному из произведений писателя мы сейчас обратимся. Это назидательный рассказ под названием «Млечный путь». Главный герой – писатель, который решился на создание сценария для фильма. Удалось ли этот фильм снять? Давайте узнаем. Итак, Саша Черный, «Млечный путь». Почти каждый иммигрант-писатель пережил эту кинематографическую корь. И странно, прививают ее самые близкие люди – сестры, жены и испытанные приятели из союза журналистов и писателей. «Миша», — говорит сестра писателя, любовно стирая пыль с пишущей машинки, — «напиши сценарий. Почему ты не предложишь мне написать обозрение для орангутангов?» «Михаил Павлович», — мягко отзывается с дивана приятель, — «ты не прав. Обозрение для орангутангов никто не купит. Это очень свежая мысль, но для осуществления ее нужны меценатские средства. А возможности кинематографа беспредельны, как Млечный путь. Великий немой завоевал весь мир. Если он до сих пор не поднялся над уровнем сентиментальных прачек и смешливых консьержек, то в этом виноваты все мы, уклоняющиеся. Конечно, надо начинать с трафарета. Не лезь сразу в Колумбы, а там раз и готово. «Почему же ты сам не напишешь?» – спрашивал писатель, нервно завинчивая и развинчивая стило. «Потому что я биржевой обозреватель. Что я напишу? Приключения французского франка на бразильской бирже?» «Миша», – сестра садится рядом, – «подумай об этом. Ты напишешь сценарий, получишь состояние. Мы уедем в Пиренеи на испанскую границу, и ты сядешь за большую вещь. Разве ты доволен своими еженедельными кусочками? В одном месте напечатаешь голову, в другом – ноги, а середина так и валяется в черновиках в ящике комода. Разве Толстой написал бы «Войну и мир», если бы он не был обеспечен?» Женщины всегда склонны принимать часть за целое. Ведь вот Гомер, если вообще Гомер существовал, едва ли был обеспечен. И однако... Но микроб надежды – большая вещь, уже проник под кожу. Михаил Павлович поднимает голову. «Хорошо, допустим, что сценарий написан. Кто поручится, что он будет пристроен?» «Я», – спокойно отвечает сестра и смотрит брату прямо в глаза. Даже не покраснела. «Об этом тебе, Михаил Павлович, беспокоиться не придется». Солидно отзывается с дивана биржевой обозреватель. Плана у них еще никакого нет, это ясно. Но какой план был у Атилы, когда он шел завоевывать Европу? Писатель встает, обматывает шею довоенным кашне и отправляется в ближайшее кино изучать технику. Возвращается домой поздно, мрачный и подавленный. И на расспросы сестры отвечает коротко и четко – навоз. Но женщины всегда дальновиднее. Навоз – тем лучше. Значит, у них нет настоящих сил. Многие полагают, что чудес, которым в таком изобилии насыщена старая Библия, в нашем тривиальной жизни не бывает. Бывают. Надо только шире раскрыть глаза. Через неделю Михаил Павлович получил от знакомого адвоката пневматичку. «Дорогой коллега, я состою юрисконсультом во вновь открытом кинообществе «Усть-Сысольск-Париж-фильм». Слыхал, что вы пишете сценарий. Не зайдете ли переговорить? Жму руку. Третий этаж направо». Разговор был короткий. «У вас, Михаил Павлович, есть сценарий?» – спросил юрисконсульт, равнодушно покусывая золотой карандашик. 5-6, – зевая ответил Михаил Павлович. «Чего там в самом деле стесняться?» «Эк, ведь врет», – подумал юрисконсульт и вежливо спросил. «С собой?» «Зачем же с собой? Показать вам 6, все равно 5 забракуете. Уж я лучше по очереди выберу подходящий, представлю конспект», – в голове замелькали темы, «а там чудесно». «Только не откладывайте, у меня уже и так в портфеле 48 конспектов. Конечно, я не сомневаюсь, что ваш...» Еще бы он смел сомневаться. На обратном пути в метро между станциями Гринель и Пасси, без ее знает откуда, голубой искрой летела в мозг тема. Разочарованный водолаз в сообществе с другими разочарованными водолазами устраивает вблизи Корсики подводную веселую колонию. Подводная рулетка, подводный дансинг. Купаясь в море, молодая леди нырнула в прозрачную глубину и вдруг, открыв глаза, плохая тема. Фильм-директор, маленький несгораемый шкаф без шеи, был изысканно любезен. «Очень, очень приятно. Детство Тёмы – это ваше?
замечательная вещь. Серьезно, не ваша? Ну, я очень рад. До сих пор кинематограф был одно, а литература другое. Теперь, надеюсь, будем идти в ногу. Конспект ваш точка в точку то, что надо. Из 68 проектов, имейте в виду, я подал голос именно за ваш. А обыкновенно я бракую все 100%, понимаете? Вы курите? Об условиях переговорите с Юлием Цесаревичем, наш юрисконсульт. Знакомый? Ну хорошо. Он нас сейчас передаст нашему режиссеру. Если у вас есть лишнее детство Тёмы, пришлите, пожалуйста, с надписью. Мой мальчик очень любит с надписью. До свидания. В коридоре выяснилось, что никакими перинеями и не пахнет. Перинеи превратились в скромный холмик, на котором можно было отдохнуть месяц-другой. А большая вещь? Ну что ж, хоть с места ее сдвинешь. Режиссер принял автора разочарованного водолаза, пропавшего пустотой и пылью в кабинете. Поднял усталые гениальные глаза. Так ведь нелегко нести на плечах мировую известность и лаконично отчеканить. Вы на верном пути. Знакомы с техникой? С выделением крупных планов и прочим? Я вам покажу. Вот тут можете взять с собой образцовая схема технического сценария. Что? У вас уже готов весь сценарий? Тем лучше. Зайдите через неделю в это время. Мы переговорим. Сдержанно иронически улыбнулся и проводил автора к двери. Дальше одна за другой закупились тайны мадридского двора. Юрисконсульт категорически заявил, что сценарий, по его юрисконсульскому мнению, план реальный превалирует над планом фантастическим. Это совершенно недопустимо. Главный бухгалтер держался противоположного мнения и, кроме того, находил, что расходы на подводную постановку превышают среднюю норму. Режиссер требовал перевода всех надписей в действие, а директор, напротив, настаивал на увеличении надписей и энергичной их юморизации. Компаньон директора находил, что в сценарий надо вести голландский бытовой элемент, выдержать сценарий до весны, а затем перепродать его в Амстердам. Михаил Павлович переделал сценарий сначала в одном направлении, затем в другом. Сел было с душевной тошнотой переделывать в третий раз, но, к счастью, на вечеринке вологодского землячества познакомился у буфета с младшим помощником механика Усть-Сысольск-Париж-Фильм. Младший помощник нежно взял его за локоть и зашептал в ухо. «Между нами, да? Бросьте! Тетка директора хлопочет о своем зяте, который спекся в издательстве и теперь вроде как безработный. Он сейчас пополам со вторым режиссером отцов и детей пересценаривает с кораблекрушением в конце. Базаров тонет, а отец на корабельном сундуке спасается. Вообще, промышленность добывающая и обрабатывающая. А кроме того, Сильвия Нильская, как всемирная звезда обоих полушарий, очень обижена, что вы не через нее пробивались и вашу английскую водолазку играть не согласна. Ей же, по сложению между нами говоря, ниже ватерлинии в купальном костюме сниматься не к лицу. Разрешите из уважения к печатному слову чокнуться». Михаил Павлович чокнулся и рассмеялся. Домой пришел веселый. Черновик сценария жег в камине, руки вымыл, сестру в пробор поцеловал и кротко спросил. «Больше не будешь?» «Не буду». В дверь постучал приятель из Союза журналистов и писателей. «Михаил Павлович, новость! Пошли этих ослов к черту! Черновик у тебя сохранился? А что? Только что был в новом кинообществе «Сольвычегодск-Париж-Фильм». Очень просили тебя показать твой сценарий. Возможности кинематографа безграничны, как Млечный путь?» «Ну, конечно! Чего же ты смеешься?» Но Михаил Павлович подошел к приятелю сзади и вместо ответа надел ему на голову футляр из-под пишущей машины. «Что ты? С ума сошел?» – забубнил из-под футляра испуганный голос. «Нет, наоборот, выздоровел». Вот такой интересный, забавный рассказ Саши Черного мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть много произведений этого замечательного писателя. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!